Всем огромный привет! Всем привет! Сегодня будем вместе с вами впервые распаковывать подарки, которые мы получили на встрече с подписчиками, на встрече с вами. Огромное спасибо всем тем, кто пришел. Мы провели просто незабываемое время вместе, провели 3 незабываемых часа вместе. Если вам интересно посмотреть, как это происходило, обязательно переходите по ссылке, мы оставим ее и здесь где-то в стороне, и под видео. Перед нами здесь огромная просто гора подарков, так что давайте не будем больше болтать, и давайте начинать просто их распаковывать, смотреть, что же в них. Я возьму вот такой пакетик с розочками, здесь есть открытка, давайте прочитаем, от кого это. От Милены. Открыточка, и здесь также конфетки Рафаэлло. Кстати, вы пробовали Рафаэлло положить в морозилку? Попробуйте, если не пробовали, очень вкусно. Застывает это. Мы так только едим. Да, белое. Белый крем застывает, очень вкусно. Давай ты теперь вытягивай. Я вытащил из этого пакета кошку. Вот такая крутая кошка, такая классная копилка. Да, кошка сама по себе такая прикольная, с улыбочкой. Да, моська у нее очень классная. Похожа на моську. Ой, похожа на моську. Похоже на прыщавку. На прыщавку нашу, на Кенди похоже. Так, ну тут еще есть открытка, значит, это от Яны, значит, очень рада, что наконец увижусь с вами, смотрю ваше видео. В общем, мы не будем все читать. Яна, тебе большое спасибо. Тут еще большая Милка. С чем? О, с орехами цельными, обожаю Милку с цельными орехами. Моя прелесть! Без шуток, я Милку с цельными орехами могу умять в одну моську, да. Мне страшно, потому что я видел, что там не одна Милка подарена. За меня уже страшно? Да, давай ты. Так, давай. Я возьму вот такую классную тоже с кошечкой, распаковываем. Антон плюс Анна. Супер. И еще один свиток. А, это открыточка. Меня зовут Эвелин. А, это девочка маленькая. Да. Светленькая блондиночка. Эвелин, большой тебе привет. Большой тебе привет. Огромное тебе спасибо. Очень здорово все оформило, красиво так. И шоколадку. Кстати, я обожала этот шоколад. Он по долькам разделен. Mm-hmm. Я помню, когда писала сочинение по русскому языку, покупала себе вот для того, чтобы мозги лучше работали. У нас такая поверье ходила. И это видишь с Орео. Это, знаете, на злобу дня. Я, помните, жаловалась в последнем влоге, если вы смотрите наш влоговый канал, на то, что мне не хватало листочков в детстве. Вот Эвелин подарила записную книжку. Она, похоже, еще и делает своими руками. Нифига себе, как клево. Вообще, очень красиво. Да. О, смотри, это как... из резинок, что ли? Да, смотри, какая малинка. Блин, вообще... Большой тебе привет, очень приятно. Ты реально классно сделала. Ну, ты браслетик надел? Надо мне тоже надеть. О, у меня тут будет с карандашиком. Ну вот. Так, ладно. Пакетик с сердечками. Так, что у нас тут есть? О, как красиво. Обожаю открытки. Одна любовь, Санкт-Петербург. Кстати, вот у нас... Андрейки и Кости с любовью. Это, кстати, да, были подписчики... Которые приехали аж с Питера. Здорово. У нас было несколько человек, которые приехали из других городов и даже из других государств. Ух, большой вам привет, спасибо, смотрите, шоколадки. Аленка. И Россия, щедрая душа. Очень было приятно, что в такую дорогу... Да, что вы приехали к нам. О, магнитик в Санкт-Петербург. Прикольно. Беру вот такой красивенный пакетик. Мне уже сам пакетик нравится. Мне бы одного пакетика хватило. В моих любимых оттенках. У-у-у. Ну что, и тебе, и мне. Бомбочку. Угу. Можно будет лежать в ванне сколько угодно. Мы любим эти процедуры ванные. Ванные. Огромное спасибо. Я вчера сидел, обрабатывал видео и думал, что же мне под нос так пахнет сильно. К сожалению, нету открыточки. Не знаю от кого, но огромное спасибо. Кем бы ты ни был, да. Большое тебе спасибо. Да. Может быть, это был даже парень. Ребята, у нас на встрече было 5, по-моему, парней. Так, следующий пакет у нас такой. Его, я так полагаю, нам подарили... Ребята с канала Red and Brown. Ребят, которые тоже ведут свои каналы, оставим внизу ссылки на них под видео. И вот, например, Red and Brown удивительный, просто талантливый, идеально для того, чтобы играть в теги. Кто из вас, Антон или Анна? Кирилл нарисовал сам. С двух сторон меня удивляет, насколько идентично. То есть две Анны абсолютно одинаковые, два Антона абсолютно одинаковые.
Офигенно, огромное спасибо. И что они еще нам подарили? Давай. Значит, это ребят зовут Кирилл и Женя. Так, благодарим вас за то, что организовали встречу. Вы для нас оказались одним из тех, кто побудил нас создать свой канал Red and Brown. Ну и еще встать в 7 утра в субботу, чтобы приехать. Ребята приехали из города вообще, который является моим родным, из Кохтла-Ярви. Написали инструкцию по поводу этой бутылки. Значит, инструкция называется это Enjoy the Summer Challenge. Круто. Значит, дата открытия 1 июня. В течение 3 летних месяцев вам нужно выполнить все 35 заданий. Этим летом вам скучать не придется. Круто! В общем... Уже ручки чешутся. Супер шикарная идея подарка, да? Да. Начиная с июня, я думаю, нам придется это снимать. 35 челленджей нас ждет впереди. 35. Это какой... 35 in one, знаешь, такое. Круто. Я вижу знаменитую, популярную фирму Standards. О, тут еще отдельно расписано, я помню, как рассказывали нам. Маша и Даниэль. Изготовленная вручную косметика для принятия ванны и ухода за телом. И это для тебя. У меня, значит, тут бомбочка. У меня очень сильно пахнет. У меня так нежно пахнет, кстати, понюхай. У меня прям супер нежно пахнет, мне очень нравится. Ой, тут всякие эти... Пробнички. Да, боди скраб. Большое вам спасибо, да, Маша и Даниэль. Такой пакетик у нас. Тоже, кстати, очень интересный. Кей, привет. Знаю, Новый год уже закончился, но других открыток у меня я не нашла. Ну, это, по крайней мере... Правдиво. Правдиво, так и написала. Анна, для тебя в этом пакетике фенечка, а для Антона тут конфетки. Катрин. Катрин. Спасибо большое. Спасибо. Шоколадка и конфетки, и для тебя фенечка. Не уверена, что шоколадка прямо именно отсюда была, потому что... Ну да, про шоколадку тут ничего не было сказано. Навяжешь? Так. Я иду дальше и возьму вот этот пакет, в котором... Это наш пакет, в который мы просто сложили многие подарки. Так, и что я тут первым делом вижу? Тут очень красивый портрет. Прям очень правдоподобный по... одной из моих фотографий в Инстаграм. Спасибо тебе огромное, Катя. Очень талантливо нарисовано. Так, что мы тут еще видим? Ребята, шоколада у нас будет много. Будем угощать всех своих гостей, родных, близких. Набор конфет. Держи. Следующая с бренди. Начинаем. К сожалению, не можем сказать спасибо поименно, потому что не было приложено имени. Самые известные эстонские конфеты. Ну, у них недавно сменилась вот эта девочка, раньше была другая. Я нашла одну открытку, это от Ангелины, но я вот точно теперь не знаю, Ангелиночка, что от тебя было, но большое спасибо, всякие какие-то конфетки были. Хочешь, я тебе еще больше порадую? Жесть. И главное, они все разные. Ага, тут еще одно есть письмецо, и здесь есть еще шоколадка. Ребят... Ну, вы, конечно, даете. Огромное вам спасибо. Открываем послание. О, смотри, какая красивая открытка. Очень... Вот эта фирма Сантора выпускает очень красивые открытки. Это от Анастасии. Антон и Анна, мне очень нравится ваше видео. Желаю вам всего самого лучшего. Так, трюфеля. Такая очень красивая это, упаковка. Да. Трюфеля мы любим. Ну, кстати, похожа упаковка на Рафаэла, согласись. Ну, это эстонская фирма Кали. Или на этот Ferrero Rocher. Маленький пакетик покажи. Маленький пакетик. И здесь наряд. А, я помню. И здесь маленький костюмчик для кошечки. Чисто мой размер. Так, двигаемся дальше. Твоя тематика, так, давай что ты. Что здесь у нас такое? Фирма Mixa Expert и Diadermin. Я так и понимаю, все для удаления косметики. Конфетки тоже трюфеля. В общем, я чувствую, что мы сможем потом конфетами снабжать магазины. Ребят, мы будем снабжать лучшие магазины Таллина. Да. И знаешь, что я возьму? Вот этот огромный тяжеленный пакет от Lush. Тут, чего тут только нету. Привет, ребята! Обязательно заходите к нам в гости в торговый центр Форум. Ничего себе! С радостью расскажем вам о нашем интересном бренде и подберем то, что подойдет именно вам. Была очень рада вас увидеть, ваша подписчица Аня. Круто! Огромное спасибо! Положи нас в холодильник. А, ну, видимо, после открытия положи. Что это такое? Для лица маска. Еще одна для лица маска. Одна называется Don't Look At Me. А у тебя как называется?
У меня называется Rosy Cheeks. Тоже бомбочка для ванны. Еще одна. Ой, здесь йога-бомб. Йога-бомб. Короче, надо сразу идти в ванну просто. Да, запах у них, конечно, у всех. Intergalactic бомба для ванны. Dancer. Таблеточки. Таблеточки. А, это для зубов. Вы такое видели? Таблеточки. Давай на кошках сначала попробуем. У меня есть конфетка. Ее реально хочется съесть. Массажное мыло. Ого. Я выбираю вот этот пакет. Рафаэлка такая. И The Magic. Я вижу, что здесь шоколадка. И причем шоколадка с названием Аннеке. Запах у нее такой, как запах из детства, знаешь? На, тут как еще, смотри. Пахнет, что... нет, понюхай вот эту. Пахнет фольга и шоколадка вместе тогда, да? И печеньки, причем печеньки непростые. Печеньки с краплением... M&M's практически. Теперь я... Что-то интересное. Я смотрела на такую бутылочку, когда мы в Кортесе были в последний раз. Серьезно? И думала, насколько крутая идея. Круто, это для смути баночки. Так, но это не все. Тут коробка конфет Таллин и открыточка. Значит так, дорогие Аня и Антон, я очень люблю смотреть ваши видео. Это была Диана. Диана, большое тебе спасибо. Классные бутылочки, подарок. Подарки реально очень крутые. Спасибо тебе огромное. Следующий пакетик. И вы не поверите, что здесь. Я, кстати, такого не видела. Печенье какие-то с молочным шоколадом. Называется Cake Chucks. И это от Лины. Она написала, что всегда... О, не... Офигеть, крутая такая открытка. Да, супер. Там тут кот танцующий. Очень красивая открытка. Тут магазин. Это, как я понимаю, это, наверное, только в этом. А в интернет-магазине продается, потому что тут comic.es.ie. Смотри, вот такая еще шоколадка. Я такой никогда в жизни не видела. И вот этого я не видела. Я это видел в Солярисе. Да? Ну, в общем, очень такие интересные вещи. Да. Спасибо большое. Спасибо. Черный лебедь практически. Смотрите, какая черный лебедь. Взрослая женщина. Значит так, молодцы. Удачи вам в вашем деле. Анне брошь. Но, кажется, в пути ее слегка потрепало. Ребят, под Анечке такая брошь. Кстати, цвета. Это цвета этого года. Ну, красиво, кстати. Да. Как ни странно, но эти два пакета из разных стран. Они выглядят одинаково. Но у нас есть магазины типа Рим или Сильвер, которые есть в обеих странах. Первый пакет нам подарили подписчики Сабина и Владислав. Они приехали сами из Латвии. Там было целое приключение. Вы представляете, они накупили нам еды. Сабина, в общем, все упаковала, подписала, что к чему. И они это забыли дома. Потом мама такая звонит, говорит, ребята, а что у вас там за пакетик такой стоит? С продуктами. Ну, в общем, им пришлось во второй раз нам все покупать. Огромное вам спасибо, ребят. Нам было очень приятно с вами повидаться. У Сабины, кстати, такой крутой Инстаграм. Очень красивый Инстаграм. Она как такой Инстаграм-блогер. Нам надо будет снять теперь «Пробуем еду из Латвии». А второй пакетик, который у меня в руках, он с как раз-таки здоровой пищей, едой. Ну, и сейчас я вам все поподробнее расскажу. Кошечки. Классная открытка. Да, это от Вики. Собрала вам небольшую посылочку с вкусняшками. Как мы все знаем, вы любите вкусно покушать. Но моя посылочка не совсем обычная, она с полезными вкусняшками. Я сама увлекаюсь здоровым питанием, у нее есть свой канал, кстати, с рецептами здоровой еды. Так что надеюсь, вам понравится. Будет здорово, если вы снимете видео, как пробуете такую еду, и скажете, что вам нравится, а что нет. Жду вас в гости на своем канале Тори Лех. Мы сделаем два видео, одно с латвийской едой. Не буду сейчас тоже заглядывать, хотя очень хочется посмотреть, что здесь из здоровой такой еды лежит. Ребят, спасибо большое за эти подарки, за встречу. Нам было очень приятно. Продолжайте в том же духе, продолжайте радовать нас, дарить нам подарки. Ну и давайте ради вообще прикола посчитаем, сколько у нас всего конфет. Давай. Давай складывать сюда, мне. Давай. Подарили нам сладкого, это не считая вот тех двух багетов с едой. В общем, да, это просто мечта моего детства, мне кажется, чтобы вот это не кончалось никогда. Ребят, вы осуществили мечту
Аниного детства. Теперь конфеты у нас реально не кончатся. Либо мы потом будем делать через несколько месяцев видео, как похудеть. Потому что Аня будет весить 90 килограмм. Знаете, я смотрю, тебе нравится заниматься этим. Склад. У меня не было лего в детстве. Давай ты будешь бегать сейчас так по квартире. Ну что, будем прощаться. Огромное спасибо вам за внимание. Огромное спасибо, что вы с нами и что смотрите, что всегда поддерживаете нас своими пальчиками вверх, своими позитивными комментариями. Вы, в свою очередь, нас всегда этим просто заряжаете. И давайте продолжать заряжать друг друга позитивом. Мы желаем вам отличного настроения. Скоро увидимся. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока.